Puslaiks tad izskatījās ļoti vājš, jo pirmām kārtām bumba ir jānoliek zemē un jāspēlē tikai pa zemi, ja? Jo bumba visu laiku mums kaut kur lido gaisā, kaut kur visu laiku divcīņas, tad un ļoti maz sitam pa vārtiem. Bija divi sitieni pa vārtiem pa visu spēli, un tas ir ļoti maz, tāpēc arī mēs nevaram uzvarēt šo spēli, mēs nestīsim pa vārtiem un nespēlēsim agresīvāk. Jāspēlē ir agresīvāk. Mēs esam ļoti, ļoti mierīgi spēlējam, un tāpēc arī divi ielaisti vārti mums ir. Давай, играй!
Болельщиков был очень хороший матч. Это всегда, когда много забитых голов, она всегда интересна. Для тренеров, наверное, не очень. Это все интересно. Но я думаю, в том состоянии, в котором еще наша команда находится, наверное, эта победа, она важна в первую очередь в психологическом плане. Ну и учитывая, что мы уже проигрывали 3-2, вот это, наверное, самый главный фактор, что мы смогли выиграть. Но у меня есть своя статистика, у меня команда, если она ведет 2-0, она никогда, я все игры помню, никогда не проигрывала. И когда было 3-2, я так честно немножко расстроился из-за этого. Слабенько мы пока играем в обороне, слабо играем, не сбалансированно. Но в атаке уже начинает, я знал, что у нас... Потенциал в атаке очень неплохой. Вот сегодня первая игра, когда, наверное, он стал воплощаться в жизнь. Не просто забить на таком поле 4 гола, но вот все-таки сыграли, так скажем, в том ключе во втором тайме и в концовке, как удобно, наверное, команде. Реализовали моменты за счет вот правильного расположения игроков, правильных принятых решений. Все это привело вот к такому счету, который нас, безусловно, не устраивал. Ну, еще бы хотел, конечно, отметить, что все-таки те замены, которые сделаны, это не в плане того, что я их сделал, а в плане в том, что они где-то повлияли на исход матча. Это важно в плане становления команды, становления вот футболистов. Я думаю, что Виталий Гзиль смог забить решающий мяч в таком матче. Это, наверное, надолго ему запомнится. И, наверное, у игроков после таких голов, наверное, крылья вырастают, и я думаю, игрок будет прогрессировать. Ну а так, еще раз хотел бы отметить, я 18-й год работаю главным тренером, ни разу не было счета 4-3 в моей практике, чтобы моя команда выиграла. 4-4 было, 3-3 было, но вот такого счета не припомню. Tas liecin par to, ka tomēr ir šīta spēlētāja pieredze, kur spēlē it kā pietiekami meistarīgi spēlētāji, bet kur spēlē, teiksim, tā pirmo, otro sezonu Latvijas virslīgā par savu otro. Nu, viņas pietrūkst tādos momentos, lai saglabātu augstasinību un nospēlētu tā, kā vajag, lai uzvarētu spēli. Jo es domāju, tagad ir īpaši sezonas sākumā, tas ir ļoti būtisks moments, lai mēs nepazaudētu punktus tur,
ir īpaši mājas spēlēs, kur mēs to nedrīkstam atļauties. Un es domāju, ka viennozīmīgi mums ir jāizdara nopietni secinājumi. Ja mēs pareizi izvērtēsim šo te zaudējumu, pareizi izanalizēsim un sapratīsim, kas bija tam par iemeslu, tad noteikti tā būs laba skola nākotnē mums. Bet ļoti būtiski man ir tas, kad man apbēdināja situācija, pie kuras spēlētāji, nezinu, kāpēc domā, ka, teiksim, spēlē pret Liepāju un Ventspili ir jāspēlē viens futbols agresīvs, presingojot, spēlējot pret Daugavu Rīgu, pieņemsim, ir jādod pretiniekam spēlēt. Viņi mums radīja daudz problēmu ar savu spēli uzbrukumā. Vien tas, ka viņi guva četras vārtus, tas pa kaut ko liecina, un kopumā mūsu aizsardzības līnija netika galā pretinieku uzbrukuma līnija, jo, principā, gūstot trīs vārtus, komandai jāuzvar spēles, nevajadzētu zaudēt.